Добрый день, уважаемые отдыхающие. Сегодня посетим скайпарк. Подвесной мост вот впереди видно между ущельей. Сооружение это и есть он. Вид со стороны Роза-хутор. Сейчас подъедем, приобретем билеты и поднимемся через на него. 600 метров поверните направо. Вот, навигатор подсказывает нам, куда ехать. Двигаемся, поднимаемся и будем смотреть сверху. Приехали в скайпарк. Здесь вот много парковочных мест, площадки вот такие бетонированные. Есть куда поставить автомобили. Также вот цены, которые можно еще посмотреть на сайте. Семейный, годовой, бесплатный какой-то можно. До 6 лет дети, без старше 75. Льготный, детский и взрослый. Вот взрослый я взял 1,5, и ребенок, кстати, обратите внимание, ребенок считается с 7 до 15 лет, не до 12, 800 рублей, потому что некоторые агентства продают их как взрослый, говоря, что ребенок только до 12 лет. Ну и проходим, проходим турникет и идем снимать. Здесь вот веревочный парк. 7 уровней сложности, взрослые. А? Зиплайн. А, это зиплайн, да? Да. А я говорю веревочный парк. Веревочный парк правее. На него мы потом сходим. А здесь сейчас зиплайн. Вот. Ребенок хочет прокатиться. Отправим ее прокатиться. Так, а зиплайн. Пойдем на мосту, купим билеты. Билеты отдельно на аттракционы продаются на мосту. А входные перед входом. Здесь же кафе есть. Амфитеатр, ресторан. Диджей зажигает. Человек-паук лезет. Вау, какая красота-то! Здесь есть вертолетная площадка, якобы это вертолет нарисованный на стене, в проводах он не поместится. Вот так вот мост смотрится сбоку. Красотища. Это качели? Да. А кого-то отпускают? Да. Это вот качели. Сейчас посмотрим, как пойдут. Мегатролл. 700 метров. Крика нету. Ну, на сам мост мы еще не вышли. Вот и видео аттракционы. Могу сказать, что это. Здесь прыжки на резиновом канате. Музыка, правда.
Вот сейчас. Мост качается. Красота, красота. Кто-нибудь там прыгать будет посмотреть? Пока никто не хочет прыгать. Ладно. На зиплайн билеты продаются на другой стороне моста. Здесь посередине Skywing билеты на стойке регистрации. А, во, прыгает раз. Машет рукой. Толкнут. Крика не было. Человек. Отважная девушка не кричала. Все, перехватилась, молодец. Это 207 метров. Самая высокая точка получается. Ногами болтает. Сейчас поднимут. Хорошо, что лестница там. Нет, это... А как они до... Их поднять же, по идее, должны. Девушку подняли, довольная. Да-да. Люди узнают, откуда адреналин выходит. Сейчас мы перешли на другую сторону, и вот еще готовят снова парня. Обвязывают, чтобы зацепить. И потом уже будет прыжок. А мы этот прыжок его посмотрим здесь сбоку. Еще одного человека. Люди испытывают себя. Высота 207 метров. Ждем. О, приготовили парня. Резинка отрабатывает, а теперь ему надо, вот, перецепился, молодец. Бывают люди, что их страх блокирует, не могут перецепиться. Пошел магнит. Сейчас магнит цепляет кольцо и поднимает лебедкой. Чтобы никаких дополнительных моментов не было, которые могли бы обрезать кабель. Ничего нету. Вот так вот прыгают люди. Ладно, идем до конца. Конструкция мощная, конечно. Громоотводы стоят.
поднимаемся. А вот так мост смотрится с другой стороны. А вон там находится зиплайн. Смотровая площадка. Поднимусь, посмотрим. Вот зиплайн. Покупаем билет. Скорость 60 км в час, 700 метров. 1500 рублей детский, 2000 взрослый. Минимальный вес человека 45 килограмм, максимальный 120. Минимум 10 лет. Меньше 10 лет ребенка не берут. Но при этом вес должен 45 килограмм быть, не меньше. Что говоришь? Уже снимает? Александр, помаши руку. Ну помаши, мать. Дают GoPro на прокат. Стоит 800 рублей. Люди берут, сами себя снимают. Свое GoPro даже можно не брать. Александр, можешь кричать? А ну, сниму сверху. Садись пока. Сейчас. Здесь смотровая площадка. Пока ждал ребенка, отправили, снять не успел. Ну, восторга было много. Так, побежал я на ту сторону моста встречать ребенка. Здесь такая еще красота. Лес такой непонятный. Сухой, не сухой. Не внизу. Внизу такая высота. Побежал обратно. Здесь. Вот такой прыжок. Но дух-то не захватывает. Больше страшно смотреть, наверное, даже снизу, а не сверху. Такое ощущение, что и прыгнуть тебя ничего не останавливает. Прыгнул, да и все. Ну, красиво. А в обед было бы жарче. Да ладно. Люди фотографируются, снимаются. Ой, грудничкового несут. Ну все, мост прошли туда-обратно. На зиплайне ребенок прокатился. Как люди попрыгали, посмотрели. Теперь сейчас, если успеваем, еще на подвесном парке полазит и будем выходить. Скайпарк, банкетный зал. Здесь можно, если что, даже торжества проводить. Девиз: каждый день делай то, что заставляет тебя чувствовать себя живым. Я на штуку. Так, успел у меня, не успел ребенок. Да, к сожалению, не успели. Время 7 часов, а веревочный парк работает до 6:15. Но здесь довольно-таки интересное время.
Но мы по веревочному парку снимем отдельное видео, когда в следующий раз будем здесь, приедем и вдвоем с ребенком полазим по одному маршруту. Я думаю, она меня сделает. На этом все. Посещение скайпарка мы закончили. Вот линия, по которой прокатился ребенок. Все шикарно, все здорово, все замечательно. На этом вам всего доброго. До свидания.